И всем привет, друзья, с вами тот самый опаснейший Феликс, и со мной сегодня мой братишка. Всем привет, с вами Либри. И сегодня мы вместе пройдем Майнкрафт, я не знаю, это как-то странно, наверное. Теперь мой братишка-ютубер, так сказать, и сейчас мы вместе с ним пройдем Майнкрафт еще раз, да? Да, еще раз пройдем Майнкрафт. Собственно, мы уже по одному разу здесь сдохли, и, кстати говоря, это не просто необычный ванильный Майнкрафт. Вы, наверное, уже заметили то, что тут все такое цветное, птички поют. И, собственно, здесь стоит небольшая сборка модов интересных, которая разнообразит этот мир. Знаешь, что тут за моды стоят? Да, я все посмотрел. Ну и, друзья, перед тем, как начать, я хочу вас попросить подписаться на наши каналы. Ссылка на канал моего братишки будет в описании. У него уже на канале вышел один ролик. Первый ролик его в его жизни. И советую заценить и поддержать, так сказать, лайком. Главное, досмотрите до конца. Ну и про меня тоже не забывайте. Алло, да... Чувак, дождь пошел, жесть. Все небо черное. Так, ну ладно, мы его отключим. И, собственно, что, погнали выживать? Ты вообще, типа, первый раз же нормально играешь, да, в Майнкрафт? Да нет, далеко не в первый раз. Когда ты играл, подожди. Не, ну, на компе-то ты не играл нормально, не выживал? Не, играл. Играл. На компе играл? Да, да, играл. Для себя. В смысле, я не помню этого. Ты вроде только на телефоне что-то там с братишкой другим, с двоюродным нашим. Так, ладно, сейчас мы нарубим дерево, и нам надо как можно быстрее пройти Майнкрафт. Если ты не знаешь, у меня есть очень интересные лайфхаки для тебя, чел. Чем же они мне помогут? Где ты? А. Чел, кстати, у нас, походу, там где-то бонусный сундук валяется. Кстати, что это за красные точки, да, на карте? Да, я про него совсем забыл. Во-во-во-во-во. Ну-ка, чекни, что там. Куча яблок, досок, деревянные топоры, кирки, рыба. Так, ну что, погнали в шахту. Я не знаю, будут ли тут интересные какие нибудь труды, мне интересно. Первым делом реально нужно отправиться в шахту. На, держите кирку. У меня есть кирка, я же ее достал из сундука. Ясно. Погнали в шахту. О, там какие-то горы, смотри, причем красивые горы. Ля, ё-моё. Ты слышишь, как птички поют? Да, слышу. О, кстати, там уголь, чел. В этой сборке можно еще хавать сахар. Сахар? Серьезно, что ли? Да. А ну-ка. Это точно сахар? А, блин, боже, шо? И мне дается скорость? Шкала еды от нее практически не восполняется. Да и пофиг, в принципе, но зато есть скорость, ого, нифига себе буст. Нам надо как можно больше этого тростника. Я не думаю, что мы будем что-то чаровать здесь, но, в принципе... О, давай камень добудем по-быстрому. О, ты слышишь, мы попали в другой биом, и здесь звуки изменились. Да, да, странный звук. Шум такой чистый, да? Да, гул какой-то. Ветер будто, да-да-да, гул. А, дождь, нет! Я его отключил вроде бы, но какого-то фига он снова пошел. Я же вроде его навсегда отключал. Алло. Посмотрите, мы здесь нашли какую-то шахту. И, по-моему, мы нашли деревню, чел. Да, мы нашли деревню. Лол, отлично. Правда, у меня мало хп, мне нужна еда. И, я не знаю, нам надо, наверное, поспать, чтобы дождь прошел. Потому что из-за этого же обычно дождь бывает, когда ты долго не спишь. Ты знал об этом? Нет, я об этом не знал, кстати. Вот, если ты долго не спишь, то начинают лить дожди. Ну, конечно, не всегда из-за этого. О, как классно, дверь-то открывается. У тебя есть еда? Да, я же говорил. О, мы можем лечь спать. Все, ложись тоже спать. Найди какую-нибудь себе кровать. О, отличный дождь как раз перестал идти. Супер. Ну все. Нам надо просто украсть кроватки у жителей и все. Ты свою кровать взял? Нет, я не взял. Возьми любую кровать из любого дома. Взял. А, кстати говоря, не судите строго моего братишку. Он там не особо разговорчивый, как никогда, довольно замкнутый. Я тоже такой был, когда начинал, и все нормально. Сейчас, видите, разговариваю как дебил. Из этого мы сделаем кучу хлеба, и мы будем богаты в плане пищи. А в тебе общем... нужны каменные инструменты? Да, давай сделай каменных инструментов. Там к тебе крипер! Да, Туранчеус! Да. Я не успел среагировать, я одел этот верстак. А походу в крафтах ты разбираешься, я думал, ты не такой шинук, как я думал. Так, ладно, теперь мы добудем нам еды по-быстрому еще. О, как они умирают, ты видел? Анимация смерти у животных такая, типа, плавная, они прям падают так. Я думал, а раньше они просто испарялись, а сейчас... Раньше они просто испарялись, да, сейчас они падают. Деревья горят, купец, что такое, что здесь происходит? По-моему, где-то здесь есть лава, и если есть здесь лава, есть... Да, тут есть лава, мы можем уже... В принципе, сделать. Но нам надо добыть железо. И мы можем отправиться уже в ад. Я тебе покажу, как можно отправиться в ад. Ты стопроцентно не знаешь, как это сделать. Без алмазной кирки. Без алмазной? Нет, не знаю. И сейчас я тебе покажу, как профессиональный майнкрафтер. Так, ну для начала надо дерево еще добыть немного. Ой, вот этот каньон. Правда, здесь куча лавы. О, тут странные какие-то блоки. Что-то красное там. Это вода или что? Это жидкость какая-то, походу. Вот там, походу, из сталагнита внизу, видишь, стоит такой. Да, 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 да. Это очень интересно. Я не понимаю, это вода. Вода, что ли, жидкость какая-то? Ну-ка я попробую туда прыгнуть. А, может, ты проверишь? Это вода или что это? Это какой-то кристалл. Это красный кристалл какой-то написан. А, капец, на воду похоже, офигеть. Он даже переливается, как вода, чел. О, кстати, я не понимаю, мне сейчас только показывались пещеры, которые я здесь вижу. Да, пещеры показываю. И если ты должен зайти, как бы, вот прокопай какую-нибудь дыру в стене и зайди туда, тогда будет показываться. А, серьезно? А, офигеть, нифига себе. Я вижу пещеры, и мы можем таким образом находить спокойно, я думаю, алмазы. Это небольшое читерство, я считаю. Здесь есть нормальная шахта, иди сюда, будешь
будешь помогать мне. Кстати, нам надо скрафтить щит. Ля, капец, эти кристаллы еще освещают здесь. Ну, прикольно. Тут на самом деле пещеры очень классно преобразились. Ля, что тут творится? Хрена ты уворачиваешься? Мне бы такие так уворачиваются. Охренеть, я не сумасшедший. Умру. Я помогаю. Все, я убил спокойно. Ты знаешь, как тут боевка-то работает? Офигеть, здесь огромная система пещер, но здесь куча мобов. А, что, летучая мышь нападает? Сколько у тебя там железа? Железа у меня нет. Все железо, которое я встречал, ты его добывал. Блин, а... ай, блин, меня бьет летучая мышь! Подними меня, ты можешь меня... Я сам умер. Я попробую поднять. Ты можешь, да? Что-то ты двигаться можешь, да, походу? Да, у меня красный экран такой, и только у меня хп вообще нет. Я просто лежу и не могу. Все, я тебя спасаю, я тебя спасаю. Ой, я спасся. Ты только странно ходишь, тел. Ты забогался, короче. У меня голод и слабость. Ты нажми F5, ты вообще, тебе нормально? Ты в норме? Ты у меня, короче, боком ползаешь, чтобы ты знал. Потом в ролике увидишь. Это очень странно выглядит, это прям, ну, супер странно выглядит. Смотри, там какой-то, это, кажись, поборник или кто это? Охренеть, я его первый раз тут встречаю, что? Это чё? Ай! Это чё за броня? Попробуем его убить. Но он слишком жесткий, я тебе так скажу. А почему его стало несколько? Это иллюзия, чтобы ты знал, это иллюзии. Ой, ай, вообще. Блин, я не понимаю, где оригинальный. Проходит. Да, найди настоящего. У тебя нормально по хп все? Он на меня вообще внимания не обращает. А, о, значит, он на меня загрел. Ты убил его? Ой. У нас очень так себе по броне, и ой, точнее, по еде, нам надо найти чем-нибудь. Кажется, я вижу алмазы. Чувак, это редстоун. Вот алмазы здесь. В смысле, ну это редстоун. Ты. Меня не видишь? Нет, в смысле. Ты чё? Вот же я смотрю, это и где алмаз? Такой? Какой прикол? Вот алмазы. Ну да, я вижу алмазы, и чё ты, какой прикол ты ищешь? Куда ты каменной киркой ломаешь? Остановись. Надо сделать. Это же редстоун, что не алмаз, значит, можно их... Редстоун тоже ты каменной киркой не сломаешь. Он тебе не выпадет. Я тебе показываю таким образом. Ну все, я просто видел, как ты начал ломать. Все, отстань от него. Давай сделаем эту печку и переплавим все железо. Плавильная печь быстрее переплавляет руды, но она не может переплавить булыжник. А коптильня, она я нашел еще алмазы, слышишь? Да, и там алмазы. Подожди, еще алмазы! Куда? Куда так много алмазов? Охренеть! Так, тихо. Подожди, нам точно надо прямо сейчас это все добыть, иначе все. А, скелет! Когда я беру лук в руку, мне показывается наличие стрел. Сколько у меня стрел? Это очень удобно. Ну, все, я делаю нам кирки, или одной кирки достаточно железной. Один алмаз, что ли? Серьезно? Да ну нет. А, нет, два алмаза. Три, четыре. Все, я нашел 4 алмаза, и там еще было 5 алмазов целых. Ты сколько добыл? Я 8 нашел. 8? Да. Мы можем сделать, знаешь, что? Половину алмазного сета, в принципе. Хотя там же еще есть алмазы, ну-ка, сейчас оценим. Чувак, я иду за алмазами, ты добыл уже, да, все? Подожди немножечко. Добываем. 1, 2, 3, 4, 5. Охренеть, 6, 7, 8, 9, 10. У меня, в общем, 15 алмазов, а у тебя? И у тебя 8. Мы можем сейчас сделать полный алмазный сет кому-нибудь. Но мы этого делать не будем. Гораздо лучше и разумнее нам будет сделать железный сет и все. Не париться с этим. Нам хватит железа на 2 железных сета, да? На, держите алмазный меч, короче, чтобы ты сразу не обосрался, чтобы нормально все было. Теперь мы сделаем ведра, потому что без ведер никак. Ведра воды нам нужны. Бесконечный источник воды. Найдешь воду, сходишь? А вот она здесь уже есть. Подожди, а может быть там еще есть алмазы? Ну-ка. Я никогда так много алмазов ни с кем не находил. Даже в соло столько алмазов не находил. Причем в одной пещере. Нам нужен редстоун, необходим. Редстоун нам нахрен не нужен, ты чё? Слушай, знаешь, что я тебе поручу сейчас задачу? Найди как можно больше... Тут вот есть гравий и повыбивай из этого кремень. Я буду искать еще одно ведро воды, чтобы сделать бесконечный источник. О, я нашел как раз. Я еще алмазы нашел. Я... Кого? Мне выпал кремень. Чувак, я еще алмазы нашел, охренеть. Сколько ты нашел? Я не знаю, сколько там, но просто там есть алмазы торчат. Подожди, я... Сколько кремня надо? Что? Что, блин, прикинь, я ведро поставил. Я нашел кремень. Подожди, у меня какой-то сейчас херня. Я понял, ты нашел кремень. Но у меня ведро поставилось. В смысле поставилось? Я не знаю, оно не выливает. Если я зажму shift, то я могу ставить ведро. Кого? Офигеть, это странно выглядит. Тут слишком много алмазов. Я не знаю, нам сейчас напишут. Пишет то, что мы читерим, но чел, это ни хрена не читы. Я еще нашел алмазы. Подожди, тут прям 2 кладки. Это супер много, я не понимаю. Это что, мод какой-то, который увеличивает шанс алмазов? Я не понял. Чуваки, я серьезно, это как-то слишком. Ты добываешь, да, сколько там? Может быть, там еще два. Тут есть. Либо нам повезло, либо это на самом деле что-то с модами, типа с генерацией, там все дела. Ну и, друзья, напишите в комментариях, сколько алмазов вы находили за один поход в шахту максимум. Вот это, походу, мой максимум, когда мы
нашли сколько алмазов? Больше 20, больше 25 даже. Где-то около 30 алмазов мы нашли. А как ты собрался добывать обсидиан? Ты мне так и не рассказал. А, смотри, короче, нам не надо добывать обсидиан, понял? Мы, короче, сейчас, прямо сейчас мы можем отправиться в ад. Во-первых, надо сделать какую-нибудь форму для портала. Немножечко перекрыть лаву, чтобы сюда не затекла вода. Вот так и вот так. Все, теперь вода бесконечная. Без шифта, не с шифтом. Бери лаву. И смотри, вокруг... Просто обкладываешь обсидиан. И таким образом мы делаем спокойно наш портал в ад. Ты вообще знал об этом? Нет, не знал. Ну все, теперь мы можем отправляться спокойно в ад. У тебя есть кремень? Есть. Давай, да. Кидай мне. Так, теперь мы делаем зажигалку, чтобы там подолгу не активировать портал. И все, раз, два, три, бам. Лайк поставь, коммент лепи. Ролик посмотрел, но не оценил. Что же теперь делать?